И только что рассекретили. Это фантастический робот. И сейчас он захватывает все газетные заголовки. Перед вами первая в мире механическая змея-амфибия. Чудо робототехники. Продукт 30 лет технологической эволюции. Самым впечатляющим был момент, когда я впервые увидел, как натурально она двигается. Тело змеи — яркий пример уникального способа передвижения. Лопасти колеса и круглые шарниры — конечности этого робота-амфибии. Они позволяют роботу перемещаться по суше и в воде, извиваясь подобно элегантной волне. Собственный мозг есть у каждой части тела. Микропроцессоры, моторы и батареи позволяют частям двигаться как совместно, так и независимо друг от друга, или удлиняться и сжиматься по желанию ученого. Кроме этих компонентов, внутри змея полая, что позволяет ей держаться на воде. Поведение змеи определяется взаимодействием отдельных частей. Мы называем такое поведение стихийным ползанием. Наконец, в одной из частей есть глаз. Это сложная система сенсоров с миниатюрной камерой, и она дает роботу возможность видеть и слышать, находясь в очень узких местах. Для практических целей робот может использоваться в медицине как прототип активного эндоскопа в желудочно-кишечном тракте. Или как спасательный локатор для спасательных операций во время природных катаклизмов, например, землетрясений. Скоро этот образчик высоких технологий покинет лабораторию, окончательно стирая грань между рептилиями и роботами.